Привет-привет! Скоро Новый год, и сегодня в видео я хочу вам показать, как сделать вот такой мухомор. Мухомор на елку. Из чего же сделан этот мухомор? Видите, он прочный. Сразу даже и не догадаешься. Этот мухомор сделан из ваты. И делать его очень просто. Не переключайтесь, смотрите видео дальше, и вы увидите, как легко и просто сделать дома елочную игрушку. Например, мухомор. Для того, чтобы сделать такую игрушку, не обязательно это может быть мухомор. Вы можете сделать что-то другое, какой-то фрукт, овощ, даже какого-то персонажа. Допустим, следующий год, 2019, это год свиньи. Можно сделать свинку. Но сегодня я хочу показать, как сделать мухомор. Для этого нам понадобится обычная медицинская вата, клей ПВА, разбавленный водой, кисточка. Разбавляем ПВА водой. Кисточку, конечно, лучше использовать синтетическую. У меня натуральный ворс. Синтетическую лучше промыть и дольше сохранится. Берем из картона, вырезаем круг шилом или цыганской иголкой. Делаем два отверстия в центре. Вот так. Напротив друг друга. Берем проволоку. Продеваем в эти дырки вот эту проволоку. Теперь между собой эту проволоку скручиваем. Вот, скрутили. Это у нас получился каркас для будущего мухомора. Накладываем первый слой ваты. Для этого смачиваем картон и накладываем ватку. Промакиваем. Вот так один слой нанесли. Теперь берем салфетку обычную, тоненькую салфетку, делаем такой шарик, смачиваем этот шар можно даже вот так чуть-чуть
наносим на нашу шляпу. Можно еще одну салфетку. Так формируем шапочку. Сверху наносим теперь вату. Кисточкой лучше двигать в одно направление. Смотрите, теперь когда сформировалась вот такая шляпка, мы вот так вот загибаем края. Делаем эту шляпку похожую на грибок. Вот видите, картон намок и уже формируется наша шляпка. Вот так, даже чуть-чуть можно вдавить. Вот. Нанесем еще один слой, чтобы тут не просвещалась картонка, и поставим на просушку. Я делаю вот так мухомору, такую сказочную шляпку, вот с таким хвостиком. Еще для чего я это делаю, потом я, когда уже все будет готовый мухомор, сделаю тут отверстие для ниточки, для того, чтобы повесить на елку. Вот так шляпку мы сформировали. Если больше хочется ее согнуть, эту шляпку, то вот так делаем, приминаем. Вот сгибаем так. Делаем такую юбочку там с той стороны, вернее не юбочку, а такую гармошку. В мухоморах внизу под шляпкой такие пластинки, похожи на гармошку. Вот. И ставим в теплое место. Я ставлю на батарею. Например, вот так вот стакан. И вот так ставлю. Иногда смотрю периодически, чтобы тут не было каких-то вмятин. Наша шляпка чуть-чуть высохла. Не совсем. Но чтобы не терять время, я решила еще сделать ножку до полного высыхания уже всего грибочка. Значит, для этого мы берем, приблизительно измеряем, какая у нас будет ножка. А можно оставить эту петельку, вот эту часть, допустим, это будет ножка, а это для петельки. И вешать уже тогда на елку вверх ногами. Но мне как-то больше нравится повесить вот так. Значит, тут мы лишнее убираем и наматываем ножку. Берем фото.
значит, наматываем вату. Пока что ножка у нас будет вот такой. А потом уже сформируем нужную. Так, значит, грибочек наш затвердел, высох. Теперь формируем ножку, похожую на гриб настоящий. Значит, вот сделали мы ножку. Вот такую я сделала. Теперь надо сделать юбочку, грибочку. Значит, берем полоску ваты. Смачиваем ее. Край с одной стороны загибаем. Крепим нашему грибочку. Открепим, чтобы была правдоподобная юбочка на грибочке. Вот это основание крепим. Ну вот, наша юбочка готова. Мы ее прикрепили. Можно еще разок пройтись вот этот клеем, раствором клея, подправить и ставим сушиться. И еще не забывайте промывать кисточку. Вот наш мухомор уже готов. Высох. Видите, какой он твердый. И теперь будем раскрашивать мухомор. Моя сестра, когда увидела мухомор, который сушился, она говорит: о, по сравнению с этим мухомором, этот вообще кажется прям настоящим. Ножку, говорит, вообще можно не красить. Ну, я все-таки покрашу. Я не стремлюсь, чтобы он был похож прям как в природе, а такой, чтобы был красочный, красивый, висел на елке или просто как декор где-то можно положить. Все, приступаем к покраске. Для этого я беру акриловую краску. Ну, белую, ясно, шляпку красную. Честно скажу, вот шляпку вот эту, видите, она чуть-чуть как глянцевый, такая поверхность. Вот шляпку я красила вот такой краской, краской по керамике. Просто акриловой краски у меня в наличии не было дома. И для того, чтобы не покупать, я решила покрасить вот этой краской. А точечки я нанесла вот этим вот контуром по стеклу и керамике белой. Вот, вот эти точки. Все, буду красить.
Вообще белой краской можно прокрасить весь гриб, чтобы потом верхний слой, ну, вернее, уже верхняя краска красиво смотрелась. Допустим, чтобы был не красный, такой красно-грязный цвет, а насыченный, красивый красный цвет. Потому я крашу акриловой краской белой весь гриб, а потом уже отдельно прокрашиваю шляпку красным цветом. Вот покрасили белой краской. Ножку покрашу еще один раз. Так, теперь прокрашиваю шляпу. Ну вот наш грибок высох. Теперь контуром по стеклу и керамике белым красим точки. Наносим, вернее. Ну вот какие у нас получились красавчики. Теперь сделаем отверстие для нитки, чтобы можно было грибочки повесить на елку. Вот наши грибочки. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на канал Мир Марго и не забывайте ставить лайки. Нам очень приятно. Пока-пока!